Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и ребята, мы продолжаем играть в Майнкрафт в новом сезоне. Ребята, говорю я сразу, это последняя серия этого сезона, этого летсплея с этой сборкой, с этими модами. Ребят, действительно, решил я все-таки уже закончить этот сезон, так как, в принципе, нам уже и нефиг делать. Убили мы главного последнего босса, конечно, с гейм-модом, так как, в принципе, его, ну, не то, что нереально убить, но, ну, просто нереально сложно, да. А, убили мы даже, как бы, обычного ванильного босса, да, то есть, вот этого. Ну, обычного дракона, да. Финального эндер-дракона. Ребят, немного я прокачал уже покемонов. Сейчас мы их, наверное, все-таки уже докачаем. И, ребята, это последняя серия. Действительно, просто я уже так думаю, что уже нечего, нету чем тут как бы заняться уже более-менее, я так думаю. Сейчас, ребята, вот как раз этот покемон у нас уже превратился, Омонайта. Давайте Омонайта мы поставим в компьютер, а возьмем этого. Посмотрим, что это. Ух, сколько у нас тут всего, всего капу, давайте вот это возьмем. Вот так, взяли мы его. И, ребята, сейчас. Давай, сейчас мы немного, ребята, еще порассуждаем. Так, что я хотел. Какой он там? Ну ладно, пока что. Ребята, по поводу нового сезона. Я не определился еще. Да, писали много идей, что как бы поиграй с той сборкой, поиграй с этой сборкой, поиграй еще с какой-то сборкой, но я, ребята, еще не решил. Вот что я думаю. Чтобы более вам так угодить, чтобы... так, где там босс был, а? Чтобы, ребята, вам более так угодить, я устрою голосование. Ссылку на голосование вы, ребят, в принципе, можете найти в описании. Ссылка в описании. И плюс к тому, ну, вы можете просто зайти в группу ВКонтакте и там посмотреть голосование. Или в описании, да, и там будет ссылка на описание в группу ВКонтакте, да. Это что, мы превратились? Нет. Да хары уже стрелять. Как меня уже задрали эти конченые мотоциклисты, которые за окном тут так быстро капут, короче, пофиг. Просто такие звуки иногда бывают, что задуреть можно. Ребята, одна сборка, которую мне, которая будет как бы, ну, которую мы сможем поиграть, да, я, если честно, в нее еще никогда не играл, но предложили мне какой-то террафар... я уже не помню, ребята. Ну, кто знает, тот поймет. Какой-то террафарма... Дальше не помню. Ну, короче, там вроде или что-то три слова, или что-то такое. Террафарма, короче, что-то такое. По этому поводу, ребят, я вообще не в курсе, что это за сборка, что там делать, куда там делать, куда там идти, что там делать, как бы, в чем, в принципе, в чем вообще заключается эта сборка, я не в курсе, ребята, что там делать. Если имеете желание, напишите в комментариях, опишите, что там делать, потому что, ребят, я вообще не в курсе, что это такое. Это у нас будет первая сборка, в которую мы сможем поиграть, как бы, с этим модом, да, ну, там еще будут дополнительные моды, но, как бы, это первая сборка с этим модом, да, потому что я, в принципе, не знаю, что это такое. Если вы опишите его своими словами, я буду благодарен. Это, ребята, первая сборка. Охренеть, с одного удара. Ну, в принципе, да. Так, этого, ладно, не будем мы. Ну, убегай ты. Вот, отлично. Вторая сборка, ребята, это Divine RPG и Таумкрафт. Да. Ну, это, в принципе, все знают, что это такое. Если вам, в принципе, понравится вот эта идея с этими сборками. Охренеть, что даже в него превратиться можно. Ребят, если вам понравится вот эта сборка, эта идея с этой сборкой, то можете за нее голосовать. Третья сборка... Какая-то может там быть, например, Galactic Craft, да? То есть может быть Galactic Craft, и там с тем же Таумкрафтом, или даже,
Ну, как бы я не говорю, что только один мод, который я сейчас называю, это каждая часть опроса. Нет, если, например, одному и тому же количество людей будет нравиться мод там Terraform чё-то, да, и а другой половине будет нравиться там Galactic Craft, то можно даже как бы объединить и Galactic Craft, и Terraform, Terraform чё-то, да. Ну, Galactic Craft я тоже не знаю, что там да как. Ну, это вроде что-то в космос, там можно летать или еще что-то. Если вам нравится эта затея, ребята, то оставляйте комментарий, да. Дальше. Так, сейчас давайте мы это все немного почистим, что нам Sea Monster Scale. Что-то нам, в принципе, да и так уже пофиг, что как бы, да. Но... четвертая сборка Industrial, ребят, я вообще не шарю в Industrial'ах. Я никогда не играл, и если честно, я ну, чтобы выучить там что да как делать, я просто представляю, сколько там времени пойдет. Потому что я вообще в нем не шарю. Но если, в принципе, вам нравится Galactic Craft, какой Galactic Craft, какая-то индустриальная сборка, да, то, в принципе, можете за нее голосовать. И я еще раз скажу, ребят, я в ней ни хрена не шарю, и, наверное, будет мне просто необходима нереально ваша помощь, ребята, как бы изучать вот этот мод, да. Пятый мод, я не знаю, не мод, а сборка. Пятую сборку я не знаю, какую-то там мне говорили, возьми сборку Шеда, но я думаю, Шеда тоже все знают, конечно, если мне, в принципе, предлагали, то понятно, что его все знают. Я, конечно, смотрел там пару серий его, что там да как, но я как я понял, или там тоже Galactic Craft есть, или какие-то индустриальные. Ну, короче, там куча модов, он где-то говорил там 200 модов, если я хорошо помню, да. И, в принципе, да, вот это он говорил, что там. В принципе, больше я не знаю, что у него там за сборка, но если будет какая-то возможность ее скачать или что-то такое, то может... В принципе, ее и скачаем. Что нам тут не хватает? Нам тростника не хватает, да? Эта серия, ребят, я не знаю, сколько будет длиться, честное слово. Посмотрим. В принципе, больше идей у меня, ребят, даже нету. Пиксельмон, я не говорю, что как Пиксельмон, как бы, новый сезон, да, так как нет смысла. Вот тот третий сезон Пиксельмона, мы как бы его будем продолжать, ребята, в скором времени, я так думаю. Нет, сезон не закончился, ребята, не будет четвертый сезон. Будет продолжение третьего сезона, так как нет смысла начинать четвертый сезон с тем же самым. Ребят, по поводу четвертого сезона... Я не в курсе, но я что-то там читал на сайтах официальных, да, я смотрел там некоторые видео, я смотрел там, как бы, новости, объявления, да, вот этого мода Pixelmon. И как я, если я хорошо понял, ребята, то новый Pixelmon выйдет уже, можно сказать, совсем скоро. Поэтому, ребят, ну, как бы, я там смотрел некоторые новости, да. И там охрененная уже просто анимация, действительно. И плюс к тому, ребята, плюс к тому, что там охренительная анимация, там новый Pixelmon выйдет на ве... Ух, у нас тут еще 64 штуки есть, охренеть. Я, если честно, и не заметил. Новый Pixelmon, ребята, выйдет на версию 1.7.2. Это уже охрененно, так как... В принципе, на новую версию Майна выйдет, ну как бы, ну, на более новую, да, чем 1.6.4. Это уже отлично. И как я понял, ребята, там писали, что... Ты чё, зараза, схавал... Охренеть, вот, схавал камень эволюции и... Гравлит и потом Арканайн, да? Или он что, на сотом уровне не эволюционирует уже? Ладно, пофиг. Ребята, о чем я говорил? А, ну, о новой версии Пиксельмона, которая выйдет... Так, Кадабру... Сейчас, секундочку. Давайте тогда сделаем вот так. Кадабру мы удаляем. И Гасли мы удаляем. Отлично. Так. Покеспаун Генгар.
Ребята, новая версия действительно на новую, на как бы на новой версии Майнкрафта будет. И, как я понял, вот этот новая версия, да, находится уже в бе... Вот и мудачина, да ты что, теперь эволюционируешь? Чё, приплющила его конкретно? Ребята, новая версия уже находится как бы в бета-тестировании, или где она там находится, как бы ее уже тестируют, да? Если так считать, то, в принципе, если ее уже тестируют, то... Она, в принципе, уже должна выйти в ближайшее время, если ее нафиг тестируют, да? Сейчас, секундочку, давайте еще... Как он там пишется? Покеспаун алаказам. Вот. Ребята. Поэтому, если так читать, ну, если, например, она выйдет там в ближайший месяц, в этом месяце, ну, фиг его знает, то, в принципе, у нас есть где-то месяц, чтобы закончить третий сезон Пиксельмона, да? Ну, с этим как бы уже более так ясно. Ну, не то, что ясно, но еще как бы дату не объявили, дату выхода новой сборки, поэтому, ну, но новой версии мода, поэтому еще как бы я не знаю. Ну, сейчас вот этот сезон мы закончим и начнем другой, и, наверное, продолжим, ребята. Мы продолжим третий сезон Пиксельмона, чтобы успеть до выхода новой версии Пиксельмона, да, чтобы словить всех там покемонов. Нам приблизительно не хватает 45 покемонов. Там кто-то в комментариях, спасибо большое, написал всех покемонов, которых не хватает. Офигеть. Даже я не знаю, он посчитал, да, каких не хватает, каких еще нужно словить. И даже имя, ну как бы имя написал, да. Ну, в принципе, спасибо. Как бы я уже более-менее знаем, что да как, кого ловить. Так. И поэтому, ребята, третий сезон мы продолжим и начнем еще какой-то новый сезон. Ну, в принципе, все. Я так думаю, с этим мы решились, да, какой сезон. Ну, как бы какой сезон я еще не решил, но подумаем. Вот этот сезон Терафарма. Сейчас я быстренько найду, что это такое. Я даже не помню название. Терафирма Крафт. Вот, вроде. Терафирма Крафт, да. Охренеть название. Сейчас прочитаем что-то такое, чтобы понять, про что мы тут будем делать. Есть на версию 1.6.2. Последний мод, как бы версия вроде только 1.6.2. Даже 1.6.4 нету. Да закройте уже рот свой. Я понял, кто ты такой. Не то, что закрой рот, но просто капут бесит. Сейчас, давайте его прокачаем. Да пофиг, какие скиллы, действительно. Пофиг, пофиг. Сейчас действительно пофиг, какие скиллы ему изучать. Ну давай уже качайся. Давай, 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 давай. Сколько тебе еще там? 10 уровней. Все, 100 уровень. Отлично. Так. Сейчас давайте прочитаем, что это такое. Я прочитаю. Ну, особенности. Новая генерация мира. Новая физика блока. В календаре сезоны. Ух, ни хрена себе. Календарь сезоны. Костры. Ух, это офигенно. Металлургия и ковка. Чего? Ладно. Ну, в принципе, это понятно. Продвинутая система разведения животных. 16 видов обычных и 10 видов фруктовых деревьев. Во, это мне нравится. 23 вида камня, также 23 вида земли, 23 вида песка. Хотя это не видно по названию, но видно по разным текстурам. 10 видов минералов, 14 видов руд, 22 вида металлов, из них 10 сплавов, 13 видов драгоценных камней, охренеть. Изменение
Тут ошибка какая-то. В стандартной системе крафта изготовления керамических изделий изменение вида индикаторов и новый индикатор жажды. Охренеть, тут что, еще и пить нужно или это что, кушать типа? Да, я так и понял, что ты на меня напасть хочешь, зараза. Так, ну давайте я, может, еще тут поищу. Сейчас, секундочку, ребята. Ну, нужно просто почитать, что это за мод, как бы, и что тут вообще в нем делать, да? Потому что я вообще ни хрена не понимаю, что это за мод. Костры, но это как бы... Это глобальный мод вообще. Террафирма Крафт является полной переработкой Майнкрафта в плане выживания. Генерация мира очень отличается от ванилы. Также добавляет множество видов растительности и богатое древо технологий. А, то есть тут еще и технологии есть, охватывающие керамику, каменные работы, металлургию и многое другое. Данный мод предназначен, чтобы сделать выживание более реалистичным, в то же время весело играть. Хм. Ну, это как бы... Я понял, что это более-менее за мод сейчас. Это как бы обычный мод, но... Как я понял, мне писали, это более хардкорный, как бы... Например, знать ванилу, да, но это как бы не ванила. Это как бы ванила, да, но еще намного хардкорней. То есть тут еще добавляется более хардкорное выживание, как я понял. И плюс к тому сюда еще добавляется многое разновидность всяких камней, всяких ресурсов, всяких, можно сказать, декоративных предметов, всякие костры, всякие там новые броньки, ну, природа, короче, и вот это, и более такое выживание, да? Если я правильно понял, то так, если нет, то напишите как. Ну, в принципе, я так более-менее уже нормально понял. Сейчас, извиняюсь, ребят, но я еще посмотрю Galactic Craft, что тут... Galactic Craft. Сейчас я посмотрю просто-напросто, что тут, в принципе, делать, да? Ну, как бы я понимаю, что это вот тут добавляет в игру космические ракеты и множество колонизируемых миров планет. Ух ты! То есть тут, ребят, я сейчас у вас спрошу, то есть, типа, этот Galactic Craft, ну, как бы... Ты развиваешься, да, и когда ты, например, сможешь построить себе ракету, то есть ты полетишь в космос, да? А в космосе ты как бы уже там можешь всяким по мирам ходить. И вот что самое главное, вот что самое мне больше всего интересно. В этих мирах как бы есть свои данжи, да? То есть ты там можешь всякие данжи находить, новых монстров, этих монстров убивать. Там как бы свои новые технологии, свои новые закадрючки, ресурсы. И как бы вот это все новое ты сможешь как бы изучать и ходить по всяким данжам, да? Я правильно понял? Каждая планета обладает несколькими параметрами: гравитация, пригодность для жизни, показывает вероятность появления мобов на планете, спаун мобов, может быть, наличие жизни определяет присутствие мобов на данной планете. Понятно. Планеты. Земля, обычный игровой мир, ну понятно. Луна, то есть тут есть еще две планеты, да? Является спутником Земли и по совместимости первой останавливаемой игрокой планеты. Ага. То есть сразу мы полетим на Луну, да? Сразу же. Понятно. А, лунная гравитация слабее земной, атмосфера отсутствует, но это не... Понятно. Марс. Ближайшая к Земле планета со множеством уникальных ресурсов. Для полета на Марс необходимо сделать ракету второго уровня. Ага. То есть, чтобы полететь на Луну, нам нужна обычная ракета, а потом, чтобы полететь на Марс, нам нужна ракета еще одного, как бы, улучшить уровень. Я понял, ребята. Ну, как бы, это тоже прикольный мод, можно сказать, глобальный, да, я понимаю, глобальный мод, но не настолько глобальный, чтобы ним только заниматься. Если, ребята, например, кто-то проголосует за... Террафирма Крафт, да, запомнил нормально вот это название. А если кто-то, например, проголосует за вот это, за Galactic Craft, то мне кажется, это даже не проблема будет их объединить, то есть запихнуть в одну и ту же сборку, да, и Galactic Craft, и Террафирма Крафт.
Ребят, как вы к этому отнесетесь, да? Чтобы в одной сборке был и Galacticraft, и Terraferma Craft. Я думаю, это прикольно будет. Это, можно сказать, увеличит так сезон, так как мы будем изучать в то же время и Terraferma Craft, и Galacticraft. Я думаю, это будет прикольно, ребята. Так как если, например, мы Galacticraft изучим, да, и больше нам нечем будет заняться. Ну, как бы мы изучим его до конца, да. А потом, как бы все, закончим сезон и начнем новый сезон. То есть потом Terraferma Craft. А так, если получится, если, конечно, не будет всякой ошибки, да, то сможем объединить и Terraferma Craft, и Galacticraft в одну и ту же сборку. Ребят, я думаю, это будет все-таки прикольно. Как вы вообще к этому отнесетесь? Я думаю, это будет прикольно. Кто меня там вообще ударил? Terraferma Craft и Galacticraft в одной и той же сборке. Ну, харе. Я понимаю, ты злой, да? Все, иди нафиг. Мы вас такими кучками дрючили в Эндермире. Так, давайте сейчас... Полетим. Да дайте мне какого-то летающую скотину. Капут, вот. Поэтому, ребята, в принципе, вот что я думаю, да. Можно объединить два мода. Но, ребят, еще расскажу, это зависит от вас. Вы можете голосовать, вы можете оставлять свои комментарии. Какой мод вы бы хотели видеть, может еще какой-то мод, может еще какой-то, может какие-то объединенные моды, да, то есть, ребята, вы можете голосовать, и вы можете оставлять вот это все в комментариях, оставлять свои идеи, пожелания, и вот это все, ребята. Я буду читать каждый комментарий, буду прислушиваться к вашему мнению, что вы более хотите всего видеть, и, ребята, потом мы как бы сделаем выводы, да, то есть, голосование для того и есть, как бы, чтобы выразить общий интерес всех людей и посмотреть на конечные результаты, кто будет больше, как бы, за какой-то определенный мод, за какую-то определенную сборку. Но еще раз говорю, ребята, эти сборки мы сможем объединить, не только, например, Galacticraft будет и Galacticraft, а сможем мы туда запихнуть также и Terraferma Craft. То есть, мы можем и туда, может, еще и запихнуть и Таумкрафт, и Divine RPG. Если, конечно, получится, ребята. Это не так от меня зависит, так как зависит от самого, твою же мать, Майнкрафта. Если он, конечно, не будет там дрючить, да, и не будет там выкидывать всякие ошибки. То есть, там, крит ты не можешь там объединять вот этот мод, то, ребята... Мы не объединим. А если будет нормально работать, то мы сможем и все моды объединить. Но это как бы тоже уже будет слишком, да, и не будет сочетаться один с другим мод, мне так кажется. Но посмотрим, ребята. О, так. Нет, такая уже у нас есть. Поэтому, ребята, в принципе, я говорю, можете оставлять свои комментарии. Мы потом посмотрим, что в принципе получится. Какой получится сделать сезон. Да. Потому что, ну, этот уже как бы нефиг тут даже делать, ребят. И я уже, ну, просто так сижу и думаю, что делать. 30-я серия или какая там, да, и, в принципе, уже нефиг делать. Ну, как бы, что тут делать, если мы уже убили всех боссов, которые только тут существуют? Подумать нефиг тут больше делать. Поэтому, ребята, я так действительно подумал, что, наверное, все-таки уже новый сезон, да, и все. Так, сейчас, давайте уже прокачаем вот этих оставшихся покемонов, всех до 100 уровня, да, и все. Так, Алаказам. Давай, прокачивайся. Вот то, что я сейчас реально жду, это я жду новую версию Пиксельмона, так как я посмотрел несколько видео, да, и там просто офигенная анимация, все офигенное. Сейчас, да, давайте, да, так сделаем, да, и все, что тут уже. Сейчас мы еще будем вот это все так сделаем, прокачаем. Поэтому, ребята, все, я так думаю. Я сказал все, что я хочу. Вот то, что говорю, новый
новый Pixelmon. Я не знаю, когда он выйдет. Я надеюсь, что как бы чем можно быстрее он выйдет, так как. О, вот то, что я не знаю, ну, я так думаю, да, если это новая версия, то там, конечно же, обязательно должны появиться новые покемоны, то есть там еще, по идее, как бы намного больше должно быть, да. Вот новая анимация там вообще реально, просто нереальная, да. Как бы там покеболы, даже там покеболы круглые уже стали, не квадратные, майнкрафтовские, да, а круглые, как бы настоящие, можно сказать. И там ловится даже офигенно, и даже когда ты покемона выбрасываешь, ну как мне выбрасываешь, опускаешь его так в бой, да, то не летит квадратный покебол и бьется об землю и появляется покемон. Нет, он как бы летит, останавливается в воздухе, с него он как бы открывается, с него вылезает покемон и потом как бы закрывается покебол и падает на землю, да, что-то такое. Это реально, в принципе, офигенно. Давай, ты еще прокачайся. Потом еще Шелдона эволюционируем. В третьем сезоне Pixelmon, я говорю, вот то, что нам осталось, Молтреса, нет, Забдуса, да, я уже и забыл, если честно, кого, Забдуса, Граудона, вот, отлично. Ну, вот этих двух легендарных, да, которых у нас, как бы, еще нету, да. И другие, как бы, обычные покемоны, да. Которых у нас нету. Я, если помню, там приблизительно такое количество, это у нас где-то 43-45, что-то такое. Поэтому, как бы, в принципе, еще есть чем заняться, еще есть каких покемонов половить, да. И их мы будем ловить, конечно же. И потом, я так думаю, если выйдет новая версия Майнкрафта, то сразу же начнем четвертый сезон. Вот что я думаю, ребят, по поводу четвертого сезона. То, что он как бы... Мы, наверное, все-таки начнем ловить покемонов как бы сначала. То есть, как у нас же было с первым сезоном. Ну, нет, со вторым сезоном, да, мы закончили второй сезон. И потом, когда вышла новая версия Пиксельмона, да, то... Второй сезон мы закончили, и потом начали третий сезон, но уже как бы в новом мире, без сохранений, то есть начали мы ловить всех покемонов, можно сказать, с нуля, да. Так как там намного больше всяких покемонов появилось, чтобы почувствовать тот вкус, да, всех покемонов, которых у нас еще нету, всех их словить, то, в принципе... Я так думаю, мы с четвертым сезоном мы тоже так начнем. Если, конечно, докачаем всех покемонов в третьем сезоне, да. И, в принципе, если мы их всех словим, да. Вот сейчас давайте уже этого докачаем. Еще 40 уровней осталось. И, в принципе, думаю, на этом уже можно будет закончить этот сезон. Ну, мод такой, вот этот глобальный мод, который в этом сезоне, да, ну, не знаю. Ну, в принципе, конечно же, прикольный, много всего, много боссов, много миров, много ресурсов. Но как-то мы очень быстро это все сделали, мне так кажется. Хотя, может, не быстро, просто мы иногда использовали тот же гейм-мод, но без гейм-мода тут бы просто нереально было убить того же The King'а, да, или еще кого-то. Этого давайте удалим, да, и все. Все, ребята, есть у нас все покемоны сотого уровня, конечно, с помощью гейммода, но ладно. Немного мы как бы прокачали и так, да, ну и с гейммодом тоже. Ребята, на этом закончим этот сезон. Надеюсь, вы будете голосовать за продолжение, за новый сезон, как бы оставлять свои комментарии, оставлять свое мнение, какой вы сезон хотите, с какими сборками, с какими модами. Я еще раз говорю, в группе ВКонтакте есть темка, вы можете все там
все свои комментарии оставить. Ну, как бы в комментариях тоже можете оставлять, но голосовать в группе. Поэтому, ребята, заканчиваем мы вот этот сезон. Ребят, всем спасибо за просмотр, всем спасибо, кто смотрел вот этот сезон, кому он нравился. Надеюсь, вам новый сезон тоже понравится. Ну, как бы, вы оставляете свои комментарии, свои пожелания. Поэтому, если вы, например, проголосуете за какой-то Galactic Craft, то значит, вам Galactic Craft нравится, да? Поэтому, ребята, заканчиваем мы сезон. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.